Со школьного двора вновь уходят под звуки нестареющего вальса. Выпускники особенно трогательно расстаются со школой. Уже не на время, а навсегда. Мальчишки говорят, что не забудут никогда своих соседок по парте, которым носили портфель, а девчонки будут помнить своих одноклассников, которым давали списывать контрольные и домашние задания. Ребята рассказывают, что подарила им школьная пора. Знания, естественно, понятие, что такое дружба. С одной стороны, я счастлива, что вхожу в новую жизнь, а с другой стороны, грустно, потому что я больше никогда к этому не вернусь. Я находил новых друзей. Было очень хорошо, в школе получил много знаний. Жалко расставаться со школой, конечно. Я просто понимаю, что я больше могу сюда никогда не вернуться, и мне тут очень грустно становится. Я очень-очень люблю нашу школу, потому что здесь добрые люди, учителя, друзья. Последний звонок, эти чувства. Перед бывшими учениками скоро распахнут свои двери академии и институты, университеты и колледжи. Многие из ребят уже определились с будущей профессией. Учитель, естественно, у нас есть яркие примеры, которые нам показывали, что это очень важно. Я бы хотела стать тоже учителем. Это очень интересно. А те, кто помладше, делятся своими мыслями по поводу того, каким они видят идеального школьного наставника. Он должен быть добрым, он не должен быть сильно таким строгим, что нельзя вот пошевельнуться, чтобы он как бы добрым был, ласковым, чтобы помогал. Первоклашкам еще предстоит бегать по школьным этажам, учить на переменах и тянуть руки на уроках, чтобы ответить на вопросы учителей. У нас сегодня линейка. Мы заканчиваем первый класс. Мы прекрасно понимаем ваши трудности сейчас. Загнулись на раздали, но экзамены у вас. На праздничной линейке по традиции звучал гимн, школьники торжественно маршировали с флагом, выступили с танцевально-хореографическими номерами. Ребята ожидают в этот день не только шумно повеселиться с друзьями, но и полакомиться сладостями, предусмотрительно заготовленными родителями. Сладкая газировка и тортик – вкус детства. Мы, честно говоря, с родителями садимся, празднуем, конфеты едим. И мама иногда торт покупает. Директор школы расстается с новым выпуском тяжело. Каждый год она привязывается к своим воспитанникам и прощается с ними, как с родными. В 2012-м более 80 выпускников. Преподаватели гордятся. Четырех из них наградили золотыми медалями, а двоих – серебряными. Это светлая грусть, я бы сказала. Потому что уходят хорошие дети. Как всегда, не хочется с ними расставаться. Это такая, знаете, отрываешь от себя что-то. Поздравить с окончанием учебного года ребята учителей приехал и давний друг школы, депутат горсовета Дмитрий Танцюра. Я вас всех поздравляю с этим праздником. Желаю выпускникам сдать успешно государственное тестирование, малышам удачно и прекрасно летом отдохнуть, а всем нам и мне в том числе подготовить школу к новому учебному году. Дмитрий Танцюра уже в течение 10 лет оказывает материальную поддержку школе номер 84. В этом учебном году меценат помог обновить техническое оборудование в одном из классов. Сейчас нужно обновлять, и Дмитрий Николаевич это почувствовал, и сам это предложил, и большое спасибо. Дмитрий Николаевич нам сделал подарок, компьютер в школе. Это традиция, и пусть она продолжается долгие-долгие годы в этой школе. Я с удовольствием каждый год помогаю этой школе. Я с удовольствием каждый год даю какие-то подарки в эту школу. Именно потому что уверен, что среднее образование без поддержки не может сегодня существовать. А в завершение церемонии празднования последнего звонка школьники по традиции запускают шары в небо.